нас стартовали дни 1C и 1D главного события World Series of Poker Circuit Russia. В это трудно поверить, но вчера этот турнир стартовал, сегодня продолжается, завтра тоже будет продолжение, ведь еще два входных дня. Итак, у нас суммарно за три стартовых входных дня плюс онлайн дни 725 входов. Сейчас первый уровень, позади 20 минут дня 1D и еще ровно 100 регистраций, итого 825, да? Buy-in 66 тысяч рублей и гарантия рассчитана на 2000 человек. То есть формально buy-in там 1100 UE, гарантия 2 миллиона условных единиц, одна условная единица, 60 рублей. И набираем народ. Вот здесь вот все, что вы видите перед своими глазами, это одновременно играется 2 дня, плюс каждый день по 2 суперсателлита, в которых разыгрывается по 30 гарантированных билетов на этот мейн-эвент. Сейчас один идет в зале Пушкин, второй стартует через 3 часа. Завтра также еще 60 путевок. Плюс сегодня еще последний день в онлайне, и там будет разыграно еще 15 путевок. Собственно, что у нас? Середина уже такая, экватор серии. Вчера разыграли первых 3 перстня. Это в турнире «Колосс», который все-таки стал самым большим в нашей истории. 2404 входа, турнир супер хай роллеров по 318 тысяч рублей и монстр стэк. Впереди у нас еще 4 браслета. Один, который достанется кому-то, скорее всего, или может быть в этом зале. Что из интересного, у нас ожидает футбол, это точно. И игра-квиз, которая будет у нас миксом между своей игрой «Кто хочет стать миллионером» и «Что, где, когда» 25 мая в 22:00, скорее всего, в зале «Вельвет». А так давайте просто сейчас пройдемся по залу, насладимся атмосферой и настоящими покер-фейсами. Наблюдаем, смотрим и работаем дальше.